Сегодня в Альбире на Сумском рынке вечеринка «День смеха» в одесском стиле. Так что будьте готовы, что будет смешно, что сегодня будет еврейская кухня, всевозможные заморочки. Вот. Ну, уже начало шоу, кстати. Уже начало шоу, и вы таки смотрите «Козу» по-прежнему. Ну, помимо того, что у нас такое вот анимация, эгей, Одесса, передать колорит, вот это все одесское, конечно же, конкурсы, связанные с Одессой, безумные. Группа Black Hat связана непосредственно с Одессой, «Черная кошка». Как настоящий еврей, скажи, правда, что здесь кошерное пиво выдают сегодня? Конечно же, да. Извините, а вы из блатных? Да что вы так говорите? А если что, то что? Да не, ну я просто, чтобы я был готов к вашим инсинуациям всем. Чтобы не было эксцессов между нами. Я уже цитирую классику. Ну, а что вы за персонаж такой? Вот я Сара. Простая одесская женщина. Сара. Могу так, знаете, вот заснет человек, снять с него сапоги, походить. Он проснется, а сапоги уже на нем. Ну, ничего не заметит. Будем сегодня лопать. Вот уже ударил по клавишам музыкант, продал талант. Сейчас будет весело. Такие здрасте, гости дорогие. Сегодня только у нас. Как ты там говоришь? Подожди, я говорю вот так, что мы тут не в синагоге, можно танцевать, можно веселиться, что у нас вся еда кошерная и даже пиво кошерное. Поэтому, господа, не стесняемся, выходим, танцуем. Короче, это программа «Коза». Чи интересного? Чи хлопали вы нашему красивому началу? Группа поет красиво. Хорошо поет, конечно, группа, но я вообще давно хочу в Одессу. Не были в Одессе вообще ни разу? Один раз. Ну, дорогая, ты не расстраивайся, потому что хочешь в Одессу, просто приди к нам, загляни в Альбир. Такие у вас маленькая Одесса. Такие у нас тут можно все, только берите карманы и деньги, потому что тут есть одна сумочка, может и отработать что-нибудь. Ну, 1 апреля это всегда даже не то, что шутки, а какие-то такие маленькие разводы, приколы над другими. Ну, вообще, в принципе, весь апрель такой, ничего такой. Подразвел кого-нибудь? Ну, конечно. Ну, во-первых, тебя. Пару раз. Не обязательно. Пацан смеется. Вот после меня танцует одна из героинь сегодняшнего вечера. Скажи, а как так получилось, что родила Абраму дочку, пока он был 1,5 года в плавании? Ну ты понимаешь, такие вот дела, я не могла сдержаться, он был красивее меня. Дорогие друзья, и вот рядом со мной тот самый скрипач. Зовут его Мойша. Сегодня он здесь немного подыгрывал, трошки заработал. Скажи, как оно? Такие отличные, такие прекрасное настроение, прекрасные люди, прекрасная обстановка. Все отлично, как дома. И нечего добавить. Знаете, что Циля никогда не постит чужие записи ВКонтакте? Ее смущает слово «поделиться». Шутка из Гугла. Да. А?